Каждый год в конце мая мы получаем очень много вопросов о таком явлении, как посамкование у кукурузы. Давайте разберемся. Что же такое пасынки у кукурузы? Как вы знаете, кукуруза – это злак, а злакам свойственно куститься. Физиологически пасынки – это такие же растения кукурузы. У них есть свои корни, и они вполне способны даже дать початок. Но в редких случаях. Почему появляются пасынки? Обычно это избыток питания. Иногда это реакция на гербициды, водный стресс, похолодание. Давайте посмотрим на кукурузу в стадии цветения. Что происходит с пасынками? Итак, на краевых растениях что мы видим? У нас есть два пасынка. Два мощных пасынка, которые уже даже цветут. Вот. На основном стебле завязалось два початка. Хорошо, давайте посмотрим вглубь. Что происходит с пасынками, которые развиваются на обычных растениях, не краевых? Ну вот, например. Пасынки благополучно высыхают. Там, где нормальная густота стояния растений, нет ни одного пасынка, который был бы хорошо развит. Ставьте лайк, если вы нашли пасынки на кукурузе. До новых встреч!